Надо расширить, мне кажется, площадь, потому что места для парковок вообще практически нет. Ну вот сейчас нас привез друг, мы там припарковались горем пополам, и все, и как бы он уехал. Парковочные места увеличить. Парковочные места увеличивать смысла нет, потому что будут таксисты стоять, опять же. Вот. Единственное, что если даже на своем личном транспорте вот семью привезти и помочь им с чемоданы, дотащить до вокзала, то нужно где-то встать. Встать негде. Здесь стоять, ну, 5 минут, этого времени не хватит, чтобы, допустим, их хотя бы к вокзалу проводить. Вот, нужны какие-то парковочные места. Ну, или хотя бы платный въезд. То есть, как сделано в других городах, 10-15 минут бесплатно, дальше идет почасовая оплата. Ну, я вчера посмотрел в Гугле, есть ли здесь парковка, платная, бесплатная. Там губернатор с 16-го года обещает, вы лучше к нему сходите, у него спросить. Ну, а что? Мне некогда, извините, здесь 5 минут только можно стоять. Я правила нарушаю. Можно 5 минут стоять? Конечно. Да, да. Вот насколько вам здесь удобно? Вы так торопитесь, бежите? Так... Вообще неудобно. Почему? Ну, потому что транспорт, я не знаю, здесь почему. Стоять нельзя. Стоять, да? Нельзя, да. Стоянки нельзя. Вот сейчас вот выгрузили, я быстро уезжаю. Буду искать место где-то там. А потом пойдете провожать? Потом провожать. Да не знаю, найду, не знаю, место нет. Да нет, невозможно. Стоянка для того, чтобы вот приехать на почту, на высадить людей и так далее. Вот она сейчас более-менее свободна. А вот там знак вот этот, он разве не говорит о том, что здесь запрещена стоянка? Она, по идее, как по знаку запрещена. Тем не менее, все стоят. А еще хуже вон там вон стоят. А не подходят гаишники, не штрафуют? Ну, я приехал второй раз вообще за все время на почту. Пока нет никого. Может, и приедут. Раньше забирали, эвакуатор приезжали. Я видел, что забирали одно время. А сейчас вот как эвакуатор... пропали тут. Ну вот мужчины, которые в машине сидят, они мне предложили, встаньте здесь поближе к вокзалу. Ну а вообще машину куда-то надо поставить же, я же не могу на воздухе висеть, чтобы сына встретить. Иногда стоят легковые машины, подъезжаешь, тебе приходится вставать во второй ряд. А второй ряд – это грубое нарушение. Ведь остановка на определенной территории, приезжают один автобус, второй, третий. То есть, понимаете, да, территория увеличивается. И вот тебе надо встать в очередь, а стоит легковая. Ты встаешь уже, ну, то есть вот такие неудобства. А вот то, что затруднения создаете для там троллейбусов, маршрутов, никак они нам не стали дальше маршрута? Намного дальше стали. А это вроде остановка, нет? Нет, остановка там. Дальше. А это не все остановка, разве нет? Не для транспорта? Ну, я так думаю, что нет, наверное. Понятно. Ну вот смотрите, например, маршрутка встала вторым рядом. Они все время они стоят. Так, да? Вы лучше их снимайте. Ну, бывает, что вот прям вот на повороте на нашем они останавливаются, это, как бы закрывают проезд. Угу. Вот здесь вот так же вот они, бывает, что перекрывают и остановку, потому что мы не можем тронуться, стоим, ждем, когда. Иногда бывает, даже бросают, уходят, и их нету, и все вообще движение встает, здесь весь вокзал встает. Обычно в те времена, когда поезда приезжают. Вот чаще всего. Вот они уходят встречать, уезжают и все. Бывало, и по полтора часа стояли. Ждали. Да. Да.
Да, и эвакуатор вызывали, и все что угодно. И выталкивали, один раз людям, вот мужчину выталкивали вообще с поворота. А где машину ставить, куда ехать? Не знаю. Спасибо. Думайте, может, что-нибудь придумаете.